Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Молдавии Майя Санду обвинила главу МВД Республики Павла Войку в организации незаконной слежки за членами ее семьи. «Министр не может следить за мной, поскольку у меня есть охранники, и он распорядился организовать слежку за моей семьей. Это делается с целью давления. У меня есть информация, что слежка идет уже минимум несколько недель», сказала Санду в четверг вечером в эфире телеканала ТВ-8. Она добавила, что следят и за ее соратниками. Это происходит в отношении тех политиков, которые не принадлежат к партии социалистов. Очевидно, что делается это по указанию социалистов. Добавила она, отметив, что не намерена писать жалобу на министра. Глава Молдавии высказалась за проведение тотальной чистки правоохранительных органов от коррупционеров, которая, по ее словам, начинается после предстоящих 11 июля досрочных выборов, на которых в парламент будут избраны достойные депутаты. Санду, вступившая в должность в конце прошлого года под лозунгом борьбы с коррупцией, добилась распуска действовавшего парламента, где основанная ею проевропейская партия действий и солидарности располагала всего 15 мандатами из 101. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают партия Санду и блок коммунисты и социалисты, созданные партиями социалистов и коммунистов, которые возглавляют, соответственно, бывшие президенты Игорь Дадон и Владимир Воронин. Отметим, что пропагандисты социалистов и примкнувшие к ним коммунисты, а также сами лидеры блока Воронин и Дадон, ведут активную борьбу против партии ПАС, которая ассоциируется с Майей Санду, пишет политический обозреватель Виталий Андреевский. Обвинения ПАС и самой Санду настолько глупы, что вызывают у многих смех. Не буду снова перечислять все эти страшилки, уже много об этом писал и говорил. Ведя эту кампанию, Воронин и Дадон не понимают, что формируя образ врага в лице США, ЕС, Румынии, Украины, НАТО, они не заставят избирателей, голосовавших за Санду на президентских выборах, отвернуться от партии ПАС. Более того, реакция на эти глупости, скорее всего, мобилизует и консолидирует проевропейских избирателей. Так зачем они это делают? Скорее всего, чтобы получить одобрение Кремля, который проводит аналогичную кампанию против коллективного Запада у себя в стране. И вторая цель – сплотить вокруг себя тех, кто не может жить без образа врага, на которого можно списать все беды и проблемы. А теперь самое главное знаете, кто выигрывает от этих действий Воронина и Дадона? Выигрывают те, кто реально может забрать у них значительную часть избирателей. И все понимают, что это не пас. А кто? В первую очередь выигрывает Рената Усатый и его одноименный блок. Почему? Потому что на фоне пышущих злобой и ненавистью ко всему миру коммунистов и социалистов Рената Усатый выглядит мудрым и умеренным политиком. Судите сами. Воронин и Дадон против Румынии и Украины. Рената Усаты за сотрудничество и развитие всесторонних связей со странами соседями Молдовы. Воронин и Дадон призывают остановить танки НАТО и не дать солдатам НАТО пройти к границам России. Рената Усаты предлагает план модернизации Молдовы. Воронин и Дадон угрожают приходом румынских жандармов. Рената Усаты призывает в Молдову зарубежных инвесторов, чтобы вместе создать город Вина, который должен стать одним из мировых туристических центров. Воронин и Дадон видят все беды Молдовы в иностранных фондах. Ренат Усатый видит главную проблему в коррупционерах, кулечниках, молдавского разлива. Примерно такая же ситуация с гражданским конгрессом. Пока Воронин и Дадон ищут по всему миру врагов, которые якобы день и ночь мечтают, как развязать тут войну и ликвидировать Молдову, Марк Ткачук и его команда предлагают сделать ставку на человеческий капитал и развивать Молдову. Пока Воронин и Дадон угрожают появлением в Молдове смуглых детей, Гражданский конгресс разрабатывает программы поддержки детей и молодежи. Пока Воронин и Додон запугивают молдаван геями и однополыми браками, Марк Ткачук предлагает проекты поддержки семей и пенсионеров. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.